поисках тайн прошлого наша группа отправилась в Краснодарский край. Наш маршрут должен был проходить через места расположения дольменов, древних курганов, необычных археологических памятников и нескольких странных мегалитических объектов, о которых мы узнали перед самым началом экспедиции. Один из таких артефактов располагался на дне Черноморской бухты, и нам предстояли очень сложные съемки и погружения на глубину около 15 метров. Два других мегалита нам предстояло отыскать в Краснодарских горах. Мы лишь приблизительно знали их месторасположение. 28 июня во второй половине дня на двух подготовленных внедорожниках по трассе Дон мы выехали из Москвы в сторону Дивноморского, где должна была расположиться штаб-квартира нашей экспедиции. Впереди нас ждали 1500 километров скоростной магистрали и около десятка блокпостов платных участков. Москва провожала нас проливным дождем, но через пару часов небо прояснилось, и мы уже мчались по просторной солнечной дороге, стараясь не обращать внимания на стрелки спидометра. В Краснодарский край въехали ранним утром следующего дня. Именовав живописный серпантин узких горных поворотов и высоких перевалов, около полудня прибыли в небольшой курортный городок Дивноморское. Утомленные долгой дорогой, проведя почти сутки без сна за рулем, остаток дня посвятили отдыху. Вечером отправляемся в соседний поселок Просковеевку на встречу с пятым членом нашей команды, дайвером Николаем, который должен помочь нам обследовать подводный артефакт. Совместно определяем план исследований на предстоящую неделю, выстраиваем маршруты. Диапазон съемок и поисков – весь Краснодарский край и почти 2000 километров дорог, проселков и горных тропок. Утром 30 июня начинается наш первый экспедиционный день. Мы отправляемся в район реки Жанне, где расположено большое количество дольменов и один из первых мегалитических объектов, который мы хотели отыскать. Туристам и различного рода сектантам это место больше известно как поселок Возрождения. На подступах к дольменам мы встретили палаточный лагерь то ли космоэнергетов, то ли поклонников каких-то древних культов. Некоторые из них спали прямо на верхних плитах дольменов, другие бродили вокруг и медитировали. В этом месте расположено три крупных дольмена. Самый необычный из них – круглый дольмен Гармония, восстановленный археологами. Сложили его не очень ровно, оставив между блоками огромные щели. На каждом дольмене мы планировали проверить версию о том, что большинство входных отверстий имеет диаметр около 314 мм, то есть аналогично числу π. Также мы хотели измерить дозы радиации и сравнить их с естественным фоном. Но была еще одна задача, которую нам необходимо было осуществить. Нам предстояло выяснить, из какого материала и каким образом строились дольмены. Второй, самый крупный дольмен, поразил наличием необычных волнообразных символов, которые были нанесены на внешних гранях и внутри самой камеры дольмена. Возможно, это был просто орнамент украшения, но вполне вероятно, что эти символы могли нести некий особенный смысл, определяющий назначение дольмена. Позднее мы не раз встречали схожие символы на других мегалитических объектах. На одном из блоков, из которых была сложена стена, мы заметили странный выступ, похожий на те, которые можно встретить в Мачу-Пикчу. Радиационный фон на первом и втором объекте не превышал нормы. Измерения входных отверстий показали, что их диаметр действительно близок к 314 мм. Третий дольмен, названный дольменом скрытых возможностей, удивил качеством обработки скругленных блоков и великолепной подгонкой их друг к другу. Внутреннее пространство представляло собой идеально ровный цилиндр. Мы провели тут еще один эксперимент с поющими тибетскими чашами, проверяя, изменится ли при этом радиоактивный фон.
Вокруг было разбросано множество частей других дольменов. Очевидно, что их было гораздо больше. Кто и зачем разрушил эти конструкции, нам еще предстояло выяснить. Мы не стали долго задерживаться на этих дольменах. Они давно и хорошо изучены многими исследователями. Наш путь лежал дальше, к странному мегалитическому сооружению, которое не было похоже ни на один артефакт, с которым мы встречались до этого.